Всем привет! С вами Влад. В сегодняшнем видео я покажу, как открыть улучшайзер на карте Тусня в Редвуде. За это вы также получите достижение «Раскачай». Для начала вам нужно включить ток. Если вы еще не знаете, как это сделать, смотрите в моем прошлом гайде. Ссылка будет в описании. Далее поднимаемся к перку Тафнаф и берем первую деталь. Следующая деталь находится в столовой. Ну и последняя деталь находится на танцполе. Детали нам нужны, чтобы отремонтировать лодку. Спускаемся к реке и забираем первую бобину для кинопроектора. Далее садимся в лодку и отправляемся на остров. На острове возле маленького дома также расположена бобина. Проходим вот сюда и забираем ее. Теперь вставляем в кинопроектор эти две бобины. И у нас открывается улучшайзер. Может, ты телефонный модем сможешь починить? Теперь мы можем прокачивать любое оружие по два раза без прохождения пасхалки. Вот, первый раз то, за 5000, второй за 10. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!